Всем привет, зрители и подписчики канала Games APS. И сегодня у нас замечательный вечер. Замечательный он тем, что я сегодня хочу начать конкурс, стартовать его, в котором мы с вами разыграем три ключа для игры, собственно, Казаки 3, которую вы сейчас видите у себя на ваших мониторах. Значит, конкурс будет проходить в два этапа. Первый этап нужно будет сделать репост этой записи, ну, то есть этого видео у себя ВКонтакте. Группа и ссылка на пост будет, конечно же, в описании к ролику. Естественно, куда же без этого. И вторая фаза — это будет стрим. На стриме мы разыграем ключик. И в группе мы разыграем ключик. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. У меня три ключа, и два из них я разыграю, собственно, по репостам подписавшихся подписчиков, которые сделают репосты в группе ВКонтакте на этом же стриме. И один из ключей мы разыграем, третий ключ мы разыграем прямо на стриме среди зрителей, среди тех людей, которые будут поддерживать и болеть, возможно, за тех, кто захочет выиграть ключик Казаков 3. Такие дела. Ключи у меня, благодарю заранее разработчиков за то, что они мне предоставили их для розыгрыша. Прямо сейчас вот сделаю этот ролик, запилю пост и конкурс. Конкурс можно объявлять открытым. Финал конкурса будет в субботу, среди дня, не знаю, правда, в котором часу еще, наверное, ближе к вечеру. Об этом, естественно, в группе будет также анонс. В прямом эфире все разыграем, в прямом эфире постараюсь все человеком, выигравшим это дело, отдать. И соответственно, естественно, те люди, которые будут смотреть стрим, получат возможность также выиграть еще один ключ. Ну, вернее, как, третий ключ. То есть два ключа, два в группе и один на стриме. Соответственно, будет у нас два победных места. К сожалению, не три, хотя странно было бы три победителя выбирать путем репоста. Обычно даже одного выбирают. Но так как у меня три ключа, поэтому сделаем таким образом. Два ключа я разыграю по репостам ВКонтакте, а третий ключ будет разыгран в прямом эфире на стриме на Ютубе. Поэтому, если вы захотите, то вы сможете. Надеюсь, вам понравилось. Если хотите больше народу привлечь и так далее, и тому подобное, не создавайте твинков, потому что проверять буду строго. Если увижу, что ваша страница фейковая, соответственно, ничего вы не получите. Те люди, которые участвовали в каких-то моих конкурсах, уже знают, что если на странице нету, скажем так, адекватной информации, на фотографию мне, в принципе, все равно. Если у вас нереальное имя, фамилия, мне тоже все равно, у меня она также нереальная. Естественно, фоток моих нет. Если у вас страница создана, там, грубо говоря, неделю назад, или на вашей странице одни репосты конкурсов, соответственно, я считаю такую страницу фейком, потому что социальная сеть, она тоже и социальная, чтобы быть социальным. Поэтому, если вы считаете, что вам нужны только халявные, что-либо халявное, ну, это не ко мне. Поэтому такие дела. В общем, я думаю, все поняли. Делаем репост. Описание конкурса также будет все расписано в группе ВКонтакте. Ссылка на этот пост, который нужно будет зарепостить и обязательно подписаться на группу, также будет в описании. Короче, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчик жмите. В общем, такие дела. Всем пока.